дорожная развязка протяженностью более 40 тысяч квадратных метров – настоящее спасение для автовладельцев. Несколько полос движения позволяют экономить время и добираться в место назначения гораздо быстрее, чем это было раньше. Например, вместо привычных 40 минут теперь на дорогу уходит 15. Раньше выезжали вот туда, к ежам, там под мост. Заезжали, а теперь здесь можно на Ленинградку выехать. Желающих сократить путь и проехать по новой дорожной развязке очень много, а светофоры пока работают в тестовом режиме. Их только настраивают. Из-за этого на некоторых участках дорог образовались пробки. Ну вообще, да, конечно, стало удобнее, то есть, ну, проще добираться из пункта А в пункт Б. Единственное, только стало много машин и очень большая пробка скапливается за непосредственно развязкой. Пока я утром еду на работу, очень большая пробка собирается. Такая обстановка складывается в основном в часы пик. Автомобилистов просят быть терпеливее. Развязку открыли всего 2 дня назад. Специалистам необходимо время, чтобы отрегулировать работу светофора, которая будет меняться в зависимости от времени суток. Сейчас идет настройка режима светофора в зависимости от потока автомобилей. Сегодня днем была изменена фаза режима работы с коммунального проезда, был увеличен поворот. И также вечером будут добавлены стрелки правых поворотов. Следят за обстановкой на дороге 2 передвижных комплекса фотофиксации СКАТ-П. По итогам мониторинга определят наиболее эффективный режим работы светофора. Следующий этап строительства развязки – создание съездов сразу на Ленинградское шоссе. По словам специалистов, это сделает дорожное движение в Химках еще более удобным.